Как говорят очевидцы, силовики прибыли к жилому комплексу на легковых автомобилях и микроавтобусах. Они взламывали квартиры, где проживают вьетнамцы, и проводили там обыски. Заблокировали ворота и не пускали представителей диаспоры к их дому. На просьбу жителей предъявить документы, люди в форме ответили отказом. Жильцы приняли их за сотрудников СБУ. По тем, кто сопротивлялся, люди в форме открыли огонь из травматического оружия. В ответ одесситы-вьетнамцы закидали автомобили силовиков камнями. Сегодня же стало известно, что люди в форме – это были представители фискальной службы. Представители диаспоры устроили марш протеста, прошли от областной прокуратуры до обладминистрации. Вьетнамцы собирались здесь, чтобы там как-то просить помочь всем вьетнамцам вернуть там документы, ключи, автомобили. Все имущество, которое да, все имущество. Самое главное – ключи от квартиры и автомобили. Документы, детские свидетельства рождения и свидетельства о браке, все документы забрали. Поэтому они сегодня пришли просить, что там помочь нам. Пока государственная фискальная служба никак не комментирует произошедшее. В свою очередь заместитель губернатора Одесской области Соломия Бобровская принесла вьетнамцам извинения. Она сказала, что теперь ситуацию будет контролировать лично начальник полиции области.